Он написал, он, короче, говорит, а как вот эта известная песня, которую сейчас все поют, я говорю, «Тает лед», он говорит, да. Я говорю, так и называется «Тает лед», и он написал «Таит» через «И». Там ничего не выдал, он говорит, нету. И он говорит, через «Е» написал, о, теперь послушаю. Слушайте, давайте сначала одну выпьем, потом я ближе, еще красивее. Саш, вот как дела? Я тоже. Прямо и виджу. Понятно. Лиза. Добрый день. Тебе весело? Да, смотри, какой забор. Какие виды. Ага. Ну так, мы же приехали сюда на это смотреть. Давай запустим. Смотри, всем завидуют. У нас секрет тоже такой. Классно. Это ты влог снимаешь, да, наверное? Класс. Сколько подписчиков планируешь набрать? Не знаю. Миллион. Но 10 миллионов мне, конечно, будет маловато. Ну, 23 хватит. Смотрите, мы приехали в Ужгород, и тут очень классная погода, вот прям очень классно, как летом. Ну, немного холоднее, но, впрочем, да. Крест. Вот. Солнышко светит, птички поют. Мы идем вниз по горе. Ваши дела? Замечательно. Мы идем в торговый центр. Саша, как дела? Шина. Это самый счастливый случай. Иди сюда, кто-то ушел. Встань туда, да, вот встань в эти двери. Смотрите, тут так красивенько. Тут еще памятник. И люди. Возле дерева? Это лучшее. Как дела? Модель. Роза или бокал вина? А с чем вы занимаетесь? Он не против. Он не очень. Ему быстро пошел. Лиза, ты закрываешь, все действовало. Подожди, голову приводами. И руки еще. Все. Это связано. Подожди, теперь одеваем вот это. Это нам больше не понадобится. Нет, пока не прячься, подними голову. Свет так хорошо падает вообще. Так голову подними, Саша. Нет, хорошо. Так, ручку. Ручка вот. Лиза, ты закрываешь кадр. Ева, чуть по-другому сидеть. Да, вот. А что это, что я жирная, Саша? Ой, кошмар, боже! А Саня еще остался? Да. Ого, то без него обойдемся. Один нужный. Камень, рука. Бульк. Вода. Бульк. В доме с лифтом на втором этаже живет стоматолог. На третьем – адвокат, на четвертом – проститутка. Какую кнопку лифта будут нажимать чаще всего? Быстро. Раз. Третья. Четвертый. Первый, потому что все… Ой, оно после… Оно… Ой. Смотри, волос, это останется на память. Ты умираешь? Да. В принципе, можно смотреть, что я сейчас... Оно впоследствии в больнице. Подробно, это впоследствии в больнице. Электричка едет с севера на юг. С севера на юг. Ветер дует с юга. Куда дует дым? На север. У электрички нету дыма. А-а-а! Ой, я еще повторила, это электричка. Смотрите,
красиво выходит. Вот это удобно. Давайте смайлик. Медведь? Медведь. Ну быстрее, уже минуту снимаю. Окей, давай. Белого. Мы приехали покушать, и мы покушали. Очень крутой влог. Как ваши дела? Да, Лени. Господи, некрасивая. Это ты некрасивая. После чего на него кукуете, реально, да, я не понимаю. Это ты некрасивый. Посмотри, какая у него попа белая. Белая попа. Белейшая. Как она может быть? Интересно, это навоз или грязь? А можно это даже дом? Да да, вот там ведро, поди возьми. Я с расчетом еще на кого-то. Мои зайчики. Да, я, у меня с тобой собака, я уже так соскучилась. Что творишь? Я снимаю. А того бы покормили. А ты сейчас один жирный будет. Скажите, пожалуйста, о ваших планах насчет политики Греции. Я собираюсь поднять экономику. И таким способом. И все? Ножки покосанные. Блин, они так... Ах, вы видите. А вот это можно, кстати, просто устал очень сильно, и мне в голову идут неправильные мысли. Такие как... моя рука! Как дела? Как дела? Ты такой зашифрованный. Сейчас. Расскажи о своих впечатлениях о поездке. Время 30 минут осталось. Еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда сказала, что опаздываем на 15 минут. Дайте я сюда. Много света, да, на самом аппарате. Глазами, голосом. Я умею все. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте.